То есть, ну, все равно вам часто будет придется обращаться к непосредственно к этому HTTP-реквесту, вытаскивать из него параметры, чего-то писать в response. То есть, так или иначе, любая работа с HTTP в этом заключается. Undertow вам ее предлагает довольно быстро и просто. Поэтому Undertow, на мой взгляд, довольно сильно облегчает написание. Конечно, если вы там... То есть, конечно, писать все в хендлерах неудобно, поэтому мы там для вывода HTML мы используем шаблонизаторы. Для работы с базами данных мы сейчас будем использовать как бы отдельный класс. Но в целом, как бы, суть этого не меняется. Если вы там выполнили бы еще это третье задание про упрощение доступа к параметрам, то, ну, в общем, вы бы еще узнали, как можно на базе Undertow несколько упростить себе жизнь. Если там пару раз себе еще так упрощать жизнь, то на базе Undertow можно писать совершенно свободное приложение. Вот сейчас вот у нас в этой моей Финляндии наш проект, у него есть веб-интерфейс, то есть это как бы поисковый движок, поэтому и поиск осуществляется через браузер. Вот, все его хендлеры написаны на Undertow. То есть там нет ничего больше. Там нет никакого Spring, там нет никаких сервлетов, там нет никаких JSP, там только Undertow и шаблонизатор Pebble. Поэтому, там, с моей точки зрения, он весьма много чего облегчает. Так, ну ладно. Мы-то с вами хотели поговорить про базы данных. У вас же там идет курс по базам данных? Вас там учат чему-нибудь? А то какие бывают базы Нас там данных? учат плохому. А плохому это ничего, это аксессу? Да. Ну, вы пока не представляете себе, что такое корреляционная база данных, какие-нибудь нормальные формы там, Ну, что-нибудь типа такое. того. Да, сколько знаете нормальных форм? Ну, 6, наверное. Целых 6 знаете нормальных форм. Ну, отлично, тогда расскажите, потому что я знаю только 3, да и те не так, чтобы прям хорошо Ну, это помню. как бы на словах 6. Словах 6. На практике, наверное, 3. Ну окей. Ладно, будем сегодня выяснять, насколько, как вы там знаете эти нормальные формы. Так, что вообще, что такое база данных, зачем они нужны, для чего их вообще придумали, вы как? Представляете себе? Ну да, тут понятно. Ну и для чего? Хранить данные в удобном виде и запросы, которые эти данные собираются. Ну, а чего, в файлике хранить данные нельзя? Ну, блин, в файлике ты не сделаешь структуру обратной связи, там, первичный ключ, вторичный ключ, так далее. Ну что, зачем мне первичный ключ, вторичный ключ? Я просто данные буду хранить в файле, тебе понадобилось, считалось файлика. То есть, ну чего там, я вот, у меня есть, например, бложик. Ну, Бложик. Я там пишу пост блоговый, сохраняю его. Зачем мне для этого база данных? вот мне нравится, например, сериализовать файлы и оттуда забирать там классы, хранятся, я чувствую, удобно. Ну вот, кстати, да, почему? Берем объекты, сериализуем их, записываем файл. Удобно, легко, просто, понятно. Зачем нам база данных? Какой-то сложный объект. Мы сложный объект сериализовали, записали. Не знаю, можно вот, да, реально написать кучу классов, написать функции, чтобы забирать данные из классов и работать спокойно. Ну что, я... То есть все, я уже отговорил вас от базы данных. От реализована, да? Ну и... только от реляционных, да? А нереляционные это какие у вас базы данных? Мне кажется, нам надо их знать, потому что есть отдельные люди, которые только знают реляционные базы данных и работают в среде и управляют ими, а нам надо просто разбирать эти данные и все. Ну ладно. Окей. Значит, я, собственно, вам буду рассказывать про то, действительно бывают корреляционные базы данных, действительно с ними приходится работать, и действительно существует большое количество стандартных API. API-то как раз не очень большое количество, но существует стандартная API для работы с большим количеством разных баз данных. Ну и, собственно, на примере нежно любимой мною базы данных под названием H2 мы будем с вами, собственно, тренироваться. Ну и, собственно, на примере SUBD под названием H2 буду вам что-то показывать. Так, это все находится, да, все там ссылочку видели, да, по Novitslabs, Wiki. Они там в контент еще не внесены, но вот тут они находятся. H2, вот у нее есть сайт, это обычная реляционная база данных, поддерживающая SQL, прекрасно работающая, в общем, умеющая там полнотекстовый поиск, репликацию, в общем, все, что должна уметь современная база данных, она умеет. Но самое главное, за что я ее люблю, за то, что она написана на Java и очень легко встраивается в любое Java-приложение.
На самом деле, как вы понимаете, базы данных бывают разные, да, базы данных бывают там клиент-серверные, какие-то там файлы серверные, встраиваемые, там тра-ля-ля-ля-ля-ля. Это вообще понятные, понятные слова? Ну да. Так, ну хорошо, можете мне привести пример какой-нибудь клиент-серверной базы данных? Или там, не знаю, файл серверной базы данных. Вы же Я работаете? использую MySQL, MySQL это какая? Клиент серверный? например. А, и что это значит? Да. Что сервер создается отдельно на компьютере. Ну да, собственно, клиент серверный это обычно концепция, что база данных запущена у вас как отдельный процесс. Может быть на вашем компьютере, может вообще на каком-то удаленном компьютере. Вот, а ваша программа просто к ней по сетевому, ну или в каких-то отдельных случаях, может быть, не по сетевому, соединению обращается и получает из него данные. Это клиент-серверная база данных. Как правило, они не используются. Вот. Но кроме клиент-серверных баз данных, такой не очень редкий случай использования баз данных – это так называемые встроенные базы данных. Встроенная база данных – это означает, что у вас и ваша программа, которая работает с базой данных, и сама база данных, ну, в смысле, СУБД, не база данных, ну, СУБД, ну, вы поняли. Вот. Запущены в одном процессе. Да? Все? Понятные слова? То есть вам не нужно обращаться по сети, вы просто в рамках своего же процесса находите где-то эти загруженные данные и к ним обращаетесь. Вот. Чем хороша Java и чем хороша в этом плане H2? H2 может работать как встраиваемая, так и как не встраиваемая база данных, но API при этом, в общем-то, у всех SUBD совершенно одинаково. Вот. Значит, чтобы подключить SUBD H2 к вашему проекту, вам вот нужно вот эти самые dependency мавиновские прописать. И тогда все должно заработать магическим образом само. Ну, короче говоря, наш старый проект с опросником. Вот, у нас тут было всего две зависимости. Добавим же мы им еще одну зависимость, собственно, нашу H2. Вот. Добавили мы эту самую H2, и теперь мы можем в нашей программе подключаться к всяким разным базам данных. Можем для этого создать какой-нибудь новый класс, который будет это нам демонстрировать. Ну, пускай будет, как у нас там будет package. Ну, пускай будет. Ну, пускай будет database. Database. Вот. Вот, собственно, наш класс database. Мы можем здесь написать функцию main и написать здесь какой-нибудь код, который будет, собственно, подключаться к базе данных. Вот это стандартный API для подключения к любым SUBD в Java. API называется JDBC. Где-то у меня это даже написано. Вот. Ну, собственно, даже вот. Простейший пример подключения к базе данных и выполнения простейшего запроса. Собственно, чтобы подключиться к базе данных, вам нужно взять класс Driver Manager и вызвать у него статический метод под названием getConnection. При этом при соединении вы передаете туда параметр, это путь к вашей базе данных, ну и какие-то специальные идентификационные параметры. На самом деле у него там вызовов вариантов этого метода тут довольно много. Может просто URL, может быть URL там какие-то специальные параметры соединения. Ну, обычно соединение с базой данных охраняется логином и паролем, поэтому мы можем использовать вот такую вот настройку. Вот. Значит, это означает, что мы создаем базу H2, которая будет храниться в файлике sample.db в домашнем каталоге и будет использовать для соединения к ней mylogin и mypassword. Понятная идея? То есть база данных в одном файле хранится, да? Да. Ну, да. То есть H2 хранит все свои данные в одном файлике. Ну, что, в принципе, довольно удобно, потому что этот файлик можно с собой таскать куда-нибудь и таскать тем самым свою базу данных. Значит, как только вы вызвали метод getConnection, вы получили объект соединения. Объект соединения это, ну, по сути дела, вот, собственно, некоторый канал связи с этой базой данных, через которую вы можете не общаться. Соответственно, если эта база данных будет не встраиваемая, а клиент-серверная, то это будет сетевое соединение. Вот, если, соответственно, она встраиваемая, то это будет такое как бы виртуальное соединение внутри самого процесса.
Вот, как вы можете заметить, в общем-то, встраиваемость или невстраиваемость, она отображена в этом самом URL. Да, вот тут написано, что каждый два, если вы подключаетесь вот таким вот способом, то это будет подключение к встроенной SPDH2. Значит, она автоматически запустится там, и все будет хорошо. Вы можете использовать вот такой вот URL. Тогда вы будете подключаться к SPDH2, запущенный на таком-таком-то хосте с таким-то путем. Вот, для этого вам эту SPDH2 нужно будет предварительно запустить. Аналогично с MySQL. То есть, если вы хотите вместо H2 подключаться к MySQL, то у вас меняется вот только вот, собственно, вот этот самый URL. Написали другой URL и будете подключаться к MySQL. Ну, единственное, что, конечно, во-первых, для этого этот MySQL должен быть по этому URL доступен, то есть он должен быть там запущен. И кроме этого, вместо вот этого самого базы данных H2 у вас должен быть специальный так называемый драйвер для подключения к MySQL. Ну, его там можно скачать где-то вот с сайтика, если вам нравится MySQL. Вот, можете скачать этот G-коннектор. Я думаю, что мавиновские зависимости тоже есть. Можно использовать мавиновские зависимости. Ну, аналогично там для Postgres и к любым штукам. То есть вот это API, которое мы будем сейчас обсуждать, оно такие довольно универсальные. Вот. Ну, и самый первый запрос, который мы хотим сделать в нашей SUBD, это вот запрос select 1 или select 2, что там больше нравится. То есть самый простейший запрос, который можно сделать с любой SUBD, даже если там ничего не хранится. Значит, вот мы используем этот connection. Значит, дальше, если мы хотим сделать запрос, мы должны создать такой объект, как statement. Statement — это примерно как сессия в рамках одного соединения. Как правило, один statement связан с одним запросом. Но в некоторых случаях statement может содержать и несколько запросов, или там быть сложным запросом. Вот, собственно, создается этот statement вот путем вызова функции createStatement у объекта connection. И он возвращает вам этот самый объект statement. И дальше вы можете с ним работать. Значит, если вы хотите выполнить какой-то запрос к SUBD, вы вызываете функцию execute query. Вот. Называете execute query и пишете какой-то SQL запрос. Так, язык SQL все по себе представляют, ну хотя бы в общих чертах. Хотя бы в общих сердцах, да. Ну так. А вы, товарищи? Мне не очень понятно, что значит строчка. То есть селект и когда звезда, понятно, а вот когда два, это какой-то столбец под названием два. Нет, это просто select 2. Выбрать 2. Дайте мне 2. А, и он как бы ничего особо не вернет. 2 вернет. Вернет 2. Я ему положу, дай мне 2. Он говорит, 2. Не вопрос. Вот. Ну, давайте сейчас запустим. А что сейчас с базой данных? Она пустая? Ничего, пустая. Ну, мы можем, в принципе, просто запустить. Что нам стоит? Ну, вот он запустился, вот он вызвал 2. Соответственно, вот мы получили этот самый connection, вот мы запустили этот самый ZQ query. В рамках query выполнился этот запрос, и он вернул нам какой-то ответ. Ответ представлен в JDBC специальным классом ResultSet. Как вы понимаете, ответ может быть довольно длинный. Сейчас у нас он вернул всего одно число, но, как правило, да, как вы там помните, вы же слышали про селект звездочка, там несколько полей, иногда там еще целая табличка вырисовывается. Поэтому, соответственно, этот result set, он такой длинный. Он примерно аналогичен итераторам, по сути. И, собственно, при помощи функции next вы можете получать следующий элемент. Значит, что характерно, чтобы хотя бы прочитать самый первый результат, next нужно вызвать. Вызвали next, соответственно, если какой-то результат есть, он вам вернул true. И он передвинулся вот на этот самый первую строку этого результата. Значит, get int позволяет вам прочитать первое целое число. Если вы уверены, что он вернет вам целое число, используйте get int. Опять же, элементы нумеруются с единицы, не с нуля. Ну, что вызывает довольно неприятные ощущения, но, в общем, как-то так.
Имейте это в виду, что в HDBC практически все начинается с элемента. Ну, короче, грубо говоря, next getInt1 вернет нам первое значение из первой строки нашего самого, этого самого запроса. Ну, поскольку у нас всего одно значение, то, собственно, это оно и будет. Вот вы, собственно, видели, как он вам вернул этот результат. А вот. Если обратиться к несуществующему числу? А несуществующее число это что? Ну, getInt2. А, здесь, ну, будет exception. Чем же косяк? А, собственно, вот, да, он спустился, вот он нам вывел значение. Недопустимое значение 2 для параметра column index. Аж переведено. Ну да. Java. Постановку Java там. У нее же есть. У нее же довольно простой API для локализации. Видимо, кто-то не поленился написать там эти локализованные значения. Вот. Значит, ну это как бы наше первое знакомство. Разумеется, хотелось бы пожить ничего не более интересного. Да, кстати, обратите внимание на то, что здесь везде используется вот этот try with resources. Да, то есть вот мы писали try, это тоже как бы включен в try, да, вот обратите внимание на эту сложную конструкцию, что у нас try, и здесь точка с запятой, после точки с запятой идет вот это выражение, потом бывают фигурные скобки, и вот только в ней идет цикл, да. Это жесть. Ну, не, на самом деле это не жесть. Жесть это что, то, что было в этом JDBC до того, как в Java 7 добавили вот этот try with resources, потому что вы брали, открывали connection, вот этот connection открывали, где-то его сохраняли, потом писали try, потом писали finally close connection, потом, значит, писали try, потом писали statement, писали try, close connection. Причем finally вы писали не просто этот самый close connection, вы там еще проверяли в том, что этот connection действительно открылся, что он не равен нулю. Если он выбрасывал в процессе закрытия исключения, вы обрабатывали еще это исключение. Поэтому это, ну, я понял мысль. Это не жесть. Это как раз, можно сказать, радость и счастье. Но, то есть, суть в том, что вот эта конструкция понятна, да? Try connection, тра-ля-ля-ля-ля. Это означает, что мы в скобочках создали некоторый закрываемый объект, и в завершении фигурных скобочек он закроется автоматически. Вне зависимости от того, exception там произошел или не exception. А здесь у нас мы внутри этих круглых скобочек открыли два объекта просто. Сначала открыли один объект, statement, а потом открыли второй объект. По завершению фигурных скобочек закроются они оба. Ну вот, имейте в виду, что вот такое вот API в целом оно довольно удобно. И начиная с 7-й версии Java, именно так рекомендуется работать. Вот. Значит, дальше, собственно, мы что хотим сделать? Мы хотим создать какую-нибудь табличку. Собственно, хотим мы создать в данном случае табличку question, как бы, так сказать, переместить на уровень SUBD наш опросничек. Для этого мы используем запрос create. Слышали, наверное, про такой, да? Наверное, слышали, что SQL там подразделяется на этот язык запросов данных, язык описания данных. Ну вот, собственно, у HBase есть встроенная документация по диалекту SQL, который он использует, вот, собственно, create. Можете написать create. Собственно, какие-то хитрые атрибуты вашей таблички. Имя таблицы, имя, ну, в смысле, то, что таблица, имя, ну, и там куча-куча всяких разных параметров. Ну, значит, в нашем простейшем случае таблица question будет выглядеть вот так вот. Понятная идея? Значит, соответственно, если мы хотим создать эту табличку в нашей SUBD, то мы должны исполнить вот такой вот код. То есть мы вот этот SQL-код должны отправить на наш сервер. Собственно, мы можем это скопипастить отсюда. Давайте это поставить вот это. Что-то на сервис произошло. Ну да, видимо, потому что я уже экспериментировал на эту тему, поэтому табличка существует. Поэтому давайте сделаем другую базу данных. Назовем ее sample1. Ну вот она у нас запустилась, выполнилась. И отлично. Теперь она создалась. Если мы еще раз запустим эту программку, то вот, да, она у нас упадет сообщением, что таблица question already exists.
Понятная идея? Да. Вот. Но на случай, если... Поскольку, вообще говоря, зачастую, когда ваше приложение только стартует, вы не знаете, существует это СУБД, в смысле, это база данных, или не существует. Вот. И поэтому вам нужно запустить весь код, который создаст вам все ваши таблицы. Но поскольку он может уже и существовать, то как бы, ну, нужно либо проверять, существует он или не существует, ну, либо, соответственно, можно написать вот такую штуку createTable и в not exist. Соответственно, он будет создавать эту таблицу, только если она не существует. Вот. Если мы хотим после этого добавить что-нибудь в нашу таблицу, то вот есть, собственно, этот insert query. Синтаксис insert выглядит вот примерно так. Да? Вы пишете insert, into, в какую табличку вашей базы данных хотите добавить, какие поля вы при этом используете, и, соответственно, значение, которое вы туда хотите записать. Значит, значения, да, должны корреспондироваться с типами. Вообще, кстати, мы это как-то пропустили этот момент, но вообще понятно, что здесь написано? Ну да, поле, по сути, интовое ID, которое автоувеличивается, и которое типа уникальное. Да, то, что оно вообще про обычный ключ. Да? То есть мы создали ID, это имя первого поля. Значит, это имя второго поля. Или же столбца, как вам больше нравится, это его тип, int и int — это одинаковые типы, соответственно, тот самый char, там varchar — это, соответственно, текст из 255 символов максимум, answers — это у нас массив ответов, вариантов ответа на этот вопрос, и, соответственно, write — это правильный ответ из всего этого. Понятная идея? Массив чего угодно, просто массив. Значит, соответственно, если мы хотим сюда в эту табличку вставить какие-то данные, мы пишем имя полей, которые мы будем использовать, и, соответственно, вопросительные знаки, без вопросительных знаков нужно написать значение, которое вы туда запишете. То есть номер вопроса, текст вопроса, там, варианты ответа, ля-ля-ля-ля. В принципе, конечно, вы можете прямо здесь их и написать. Вот, но в API предоставляемом есть более хитрый способ это сделать. То есть, разумеется, можно написать insert into question, там сколько будет 2×2, там варианты этих самоответов, там и все, но есть несколько недостатков. Вот они у меня тут перечислены. Значит, первый недостаток тем, что конкатенация строк, которую вы будете при этом использовать, она, в общем-то, не очень ресурсоэффективна, особенно если у вас большие сложные запросы, то, в общем, может получиться, что вы кучу времени тратите на просто на сложение строк. Вот. Вторая проблема — это так называемые SQL-инъекции. Может быть, слышали про них. Соответственно, если все значения, которые вы здесь пишете, это будут какие-то данные от пользователя, да, то пользователь может вам прислать какой-нибудь запрос, типа drop table question и все дела. Поскольку это просто строка, ее можно в любой момент завершить, написать здесь там. Вот вместо вопросительного знака написать скобочка закрывается, точка с запятой, удалить всю базу данных. Ну, соответственно, поскольку драйвер об этом ничего не знает, он, соответственно, возьмет, закроет скобочку, напишет, и напишет следующий запрос. Добавить в question и удалить все. Ну, соответственно, все будет удалено. Это или когда... вывести пароли всех пользователей. Вывести сложнее, потому что непонятно, куда вывести. Но если такая возможность, то можно и так получить. То есть, если постараться, то можно и это сделать. Вывести там пароли всех пользователей. Одна из тех причин, почему не стоит хранить пароли в базовых данных в чистом виде. Вот. Но, в общем, короче говоря, писать здесь непосредственно значение, которое вы хотите вставить, ну, можно только в крайних случаях. Вот. Ну и, соответственно, еще один атрибут — то, что не совсем тривиальная конверсия типов. Потому что SQL и Java используют несколько отличающиеся представления о типах, которые вы хотите хранить. Ну, то есть, если мы говорим про инты и строки и прочие там даблы, и это еще ничего, но как только мы начинаем говорить про даты, уже начинаются проблемы. Потому что в SQL время и дата — это разные типы данных, в Java это один тип данных, и когда вы там хотите одно в другое конвертировать, начинается, в общем-то, всякая
неприятная штука. Поэтому используется такая концепция под названием prepared statement. Prepared statement означает, что вы в конструктор этому statement передаете SQL-код, который вы будете отправлять на сервер. Но это не совсем законченный SQL-код. Это SQL-код, в который нужно будет потом подставить какие-то значения. Подставить их можно при помощи вот этого самого метода setInt, setString, setInt и так далее, так далее. То есть, если мы возьмем вот этот код, чем покупаем эту штуку, то, соответственно, запустим. То вот в нашу базу вставится вот эта строка. При этом вместо первого вопросика подставится единичка, вместо второго вопросика подставится строка, сколько будет 2 плюс 2, вместо третьего запросика подставится, соответственно, массив такой-то, и вместо четвертого запроса, соответственно, с четвертого вопроса подставится 2. Опять же, обратите внимание, что индексация идет с первого. Вот. Ну, вот как-то так. Соответственно, если вы там перепутаете тип, то запрос не выполнится. Значит, тоже обратите внимание, что здесь у нас используется метод ps-execute. То есть, если мы исполняем какую-то команду, которая не требует от нас возвращаемого значения, мы используем команду execute. Если мы выполняем какую-то команду, которая требует от нас значения, мы используем команду execute query. Вот как бы есть такая разница. Тоже, опять же, чтобы не перепутать. Чтобы, например, если запрос отправляется на редактирование, то он не мог, то в нем вы бы не использовали какие-то запросы на извлечение данных. И наоборот, если вы отправляете запрос только на извлечение данных, чтобы вы там случайно не могли что-то отредактировать. Вот такие дела. Понятная идея? Я что-то не совсем понял насчет этого. Я тоже не понял, зачем. Насчет чего? Возвращать значение. Зачем? Ну, смотрите, вот у нас тут был запрос select. Да. Мы используем метод execute query. Вот это про что. А если мы используем запрос, который изменяет структуру баз данных, мы используем просто execute. А, вот понятно. В этом разница. То есть, если вы хотите получить данные, то используйте execute query, а если хотите изменить данные или структуру, вы используете команду execute. Понятно. Вот. Вот и все. Вот, соответственно, если удалить хотите, то вот execute delete. Так. А если написать execute query, что вернется, например, в случае, когда мы вставляем или удаляем? Мне кажется, что он должен... То есть, если вы напишете execute query, то он вроде должен вытянуть ошибку, что это не тот режим работы с базой данных, когда вы можете что-то изменять. Может быть, конечно, это настраиваемое, но по идее вроде как... Ну, можно экспериментировать, кстати. Можем взять вот этот код. Написать здесь delete. А что удалится здесь? Все с сожжем таблички. Да, а не надо писать звездочку. Ну вот, нет, вроде не надо. Ну вот видите, он нам вытянул исключение, что типа используйте execute или execute update вместо execute query. То есть, чтобы работать не в том режиме, в котором можно делать то, что вы хотите сделать. Да, с этим понятно? Да. Так, да, кстати говоря, вообще говоря, увидев весь этот код, вы должны были на меня наехать. Или даже не этот код, а даже вот этот код. Вы должны были сказать, что я вас учу вообще безобразным вещам и вообще всячески, как это называется, блин, все слова забыл русскоязычные. Ну, короче, проявляю неуважение к корреляционным СУБД, к корреляционной алгебре и вообще все, и вообще, и вообще. Ну что, кто мне скажет, в чем я провинился? Не знаю, я базу данных юзаю только на уровне бложек какого-нибудь. Ну, так, вот норм. Это уже на уровне бложек. Это вот на уровне того, чему вас должны были учить в университете. Я тут уже совершил... то есть первый грех я тут уже совершил. Я ведь нарушил первую уже нормальную форму.
Не так ли? А? Ну что, знатоки, Богданов, первую нормальную форму я здесь нарушил? Где? Где я здесь нарушил первую нормальную форму? Ну или даже не знаю, или даже здесь. Нормальная форма обычно нарушается на этапе структуры базы данных, а не вставки данных. Ну, не скажу. Не знаю, может. Ну, что, никто не знает? Плохо учат в самкине базы данных. Без наврать. Или кто-то плохо учится. Ну да, кстати. Ну, смотрите, три человека не знают. Данные должны быть простыми, да? Ну да. Ну так. А именно, что мы здесь сделали-то? Ну, мы тут ID ввели. Вот, и ID, и текст, и... Какой-то получился один большой тип. Как C++, типа этого. Забыла. Структура. Перечисление. Нет, структура. Нет, это нормально. Как раз любая таблица, это есть один большой тип. То есть структура, question — это структура, которая содержит в себе большой набор. Но, как вы помните, первая нормальная форма гласит, что в одной, что, то есть первая нормальная форма гласит, что в одном поле должно храниться только одно значение. Так ведь? Да. А у нас тут, да, массивчик нарисовался. Ну да, в принципе, да, это плохо. Вообще безобразие. То есть любой, этот, как называется, евангелист эволюционных баз данных и нормальных форм скажет, что ай-яй-яй. Но мы не евангелисты, мы люди, живущие в 21 веке, мы люди широких взглядов, так ведь? Мы же понимаем, что, ну, что такое массив? Массив же можно рассматривать как скаляр. Да? Массив же это, в частном случае, скаляр, так ведь? Ну, почему бы и нет? Ну, и вообще. Ну, в общем... Скаляр, в частном случае, массива. Эскаляр, в частном случае, массивы. Можно так посмотреть, можно сяк посмотреть. Ну, в общем, короче говоря, для людей широких взглядов все современные реляционные базы данных поддерживают типы данных, то есть сложные типы данных в качестве полей. Можно использовать массивы, всякие там Postgres умеют хранить там чуть ли не JSON в ячейках вашей строки, то есть в полях. Поэтому... На самом деле, эту первую нормальную форму все пинают как только могут. В общем-то, у нас тоже случай, потому что, как вы понимаете, если бы мы все ответы бы хотели бы, то есть список ответов хотели бы хранить в отдельной табличке, то наша задача бы очень сильно бы усложнилась. И вообще наша структура баз данных сильно бы усложнилась. Но, может быть, мы, кстати, это и сделаем, раз вы там хотите джойна. Вот, нам понадобятся эти джойны и прочее, прочее. А тут нам джойны не нужны, все у нас хранится в одном массиве, поэтому очень удобно. Понятная идея? Вот. Значит, что он тут дальше хотел? Так, все мы там удалили? А нет, или мы не удалили? Давайте там удалим, если мы не удалили. Удаление тоже довольно простой запрос. У нас все удалилось. И теперь мы хотим составить несколько вопросов. Если вы вспомните, то вопросы у нас там создавались довольно своеобразным способом. Нет. Не то. Вот у нас был список вопросов. Да. Вот так мы тут кодом генерили. А давайте мы теперь возьмем, попробуем все этот список вопросов, соответственно, вставить в нашу базу. Вот у нас есть этот список вопросов. Может быть, он даже где-то отдельно существует. И вот теперь мы используем вот этот наш prepared statement. И тут у нас возникает другая позитивная сторона этого самого prepared statement. Что мы этот prepared statement... Что этот prepared statement можно использовать несколько раз. Обратите внимание, да, что мы вот взяли этот запрос один раз с вопросительными знаками, а потом в цикле несколько раз подставили сюда значение. В принципе, можно было бы просто в цикле здесь же написать PS execute. Значит, получилось бы так, что он заполнил этот SQL запрос одними данными, то есть из первого нашего вопроса. Да? Видно, да, что мы теперь убираем все элементы нашего списка вопросов. Так ведь? Да. Потом execute выполнил бы этот запрос. Потом, соответственно, еще раз
Запомнил, сделал бы следующий запрос. Запомнил бы эти знаки вопроса новыми данными. Опять же, изменил, отправил, 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 отправил. И таким образом мы один, вот этот самый prepared statement, использовали бы несколько раз для заполнения данных. Если вы заполняете большой объем данных, то есть вам нужно там вставить много-много-много-много данных в какую-то таблицу, то prepared statement вам тут даст очень неплохой буст в производительности. Вот, в отличие от... То есть это еще один повод, почему prepared statement хороши. Они там prepared, да, то есть они там подготовлены, они там предкомпилируются, и, в общем, очень быстро воплощают работу. А еще, короче, можно сделать вот эту пакетную обработку. Можно вместо вызова execute один раз, можно сделать add batch. Таким образом, собрать все эти запросы воедино, и потом одним большим пакетом отправить на сервер. По идее, это должно работать еще быстрее. Ну, в общем, там, конечно, можно посмотреть на практике, но вот как-то так. И поэтому prepared statement в этом смысле очень хорош. Понятная идея? Не? Да. Так, давайте сохраним и такие заполним нашу табличку нашими данными. Значит, дальше интереснее. Дальше мы хотим что-то читать. Ну, читать мы, в принципе, уже умеем, да? Для того, чтобы что-то прочитать, нам нужно использовать, соответственно, select. Пишите select, звездочка, from, question. Получаете result set, и result set обрабатываете. Ну, когда взяли result set, получили result set next, и потом get int получили значение 1, get int получили значение 2, get int получили значение 3, там тра-ля-ля-ля-ля, с объектами тут все еще несколько сложнее, но, в общем, как-то так. Так что можем здесь скопипастить этот код и добавиться на результат. Конечно, вставляем. Что-то нам там не хватает, что ли? Коллег так не хватает. А, вот, кстати, вот выбилось. Прекрасно же. Так, все поняли страшную магию, типа вот AsList, Stream, Map, Collect, Collectors, Joining. Тоже тут он тоже какая-то дикая строка. Ну, то есть на самом деле основное это то, что мы получали этот рез, получаем next, и потом читаем первый столбец, второй столбец, третий столбец. Но мы хотим, чтобы это нам там красиво вывелось, да, там, через пробельчики там через все дела. Вот. Ну, и поэтому мы берем, засовываем все наши возвращаемые значения в список. Да, а потом хотим из списка получить строку, разделенную пробелами. Для этого мы используем stream API, конвертируем все наши элементы в строки, да, вызываем для каждого элемента toString, и потом при помощи коллекторов соединяем полученные строки пробелами. Да. Аналогично с массивом. Массив в случае H2 читается с помощью функции getObject. Да, обратите внимание, что записывали мы там массив строк, а читаем массив объектов. Ну, в общем, вот так вот. Имейте в виду, что читается, что если тип array, H2 преобразуется в тип objects, массив объектов в Java. Если когда-то будете его использовать. Вот опять же, с помощью коллектора мы склеили все найденные элементы этого самого массива через склеили запятыми и обрамили квадратными скобочками. Что, собственно, вы здесь и видели. Они склеены запятыми и обрамлены квадратными скобочками. И вот для этих операций со строками мы использовали JavaScript Stream API. Ну, не знаю. На мой взгляд, выглядит в целом нормально. Да, чтобы пройтись по всем элементам этого result set, мы использовали функцию next. Ну, как у обычных итераторов, мы только, да, обратите внимание, что у итераторов есть has_next и next как способ получения следующего значения, то здесь has_next и next как бы объединены в одном методе. То есть next перемещает итератор на следующий элемент и возвращает true, если ему это удалось. Ну, и, соответственно, false, если это не удалось. Поэтому, в общем, GDBC тут так несколько отличается от обычных коллекций, но я думаю, что разобраться можно. Да, значит, тут еще важный момент.
о том, что мы здесь использовали звездочку. Да? Но вообще говоря, использовать звездочку здесь это не айс. Ну, я понимаю, что звездочки очень часто используются, тем не менее, настоятельно рекомендую вам этого не делать. Каждый раз, когда вы используете SQL-запрос, гораздо лучше писать явно, что именно вы хотите запросить. То есть писать вот так вот, писать ваши поля через... Особенно это печально, потому что вот 1, 2, 3, 4, 5... Вот когда если напишешь на звездочку, вот черт поймешь, что такое 1, что такое 2, что такое 3. Нужно нет функции просто получения столбца по его имени? Есть. Можно использовать и получение столбца по имени, да, можно вот писать где-то там. Ну. Но все равно хорошо, когда видно, что... То есть даже если здесь напишу нам, нам Салман. Так, вообще здесь я как раз хотел не нам получать. Если здесь напишу нам, то когда здесь написано звездочка, все равно не особо понятно, что это за нам. Особенно сейчас у нас был простой SQL-запрос. Иногда SQL-запросы бывают довольно длинными. Особенно там с этими джойнами и прочими ужасами. Вот. И поэтому всегда хорошо, когда ясно, что вы читаете. Но кроме этого, как вы понимаете, если, особенно если SQL-запрос довольно длинный, то здесь могут вводиться... То есть вы в результате этого селекта можете получить кучу данных, в том числе, которые вам совершенно не нужны. А так вы выбираете только те столбцы, которые вы хотите реально считать из базы. Понятная идея? Mm-hmm. Значит, вот как это все работает. Значит, тоже можно посмотреть в документации на работу функции update. Вообще, документация по H2 мне очень нравится. Тут на сайте где прямо все есть. Есть туториалы и есть неплохая документация по grammar, по функциям, которые поддерживают этот SQL. Причем документация по grammar не в форме всяких этих бекусов, науров и прочей формальной грамматики, а вот красиво вот так вот типа нарисованное. Да, вот нужен вам, что мы там хотели, update. Нужен вам, это написано update. Дальше имя таблицы. Дальше, соответственно, set. Дальше column name. Ну и, в общем, как бы более-менее понятно, как выглядит этот SQL синтаксис в реальности. Вот. Как-то так. Поэтому рекомендую. Если вам будет лень ставить MySQL, но при этом захочется что-то пописать на Java с использованием баз данных, то вот можете использовать. В принципе, я вот в нашем этом модном журнале использую именно H2 как базу данных, потому что устанавливать гораздо проще, когда ваша база данных встроена в ваше приложение, не когда ее надо ставить отдельно, ну и так далее. Можете в андроидах во всяких, если вам там нужна база данных, то тоже взяли, подключили себе. И вам больше ничего не надо. Теперь у вас в вашей программе есть своя субода. Ну вот. А теперь наша задача, собственно, это наши субода, такие, поиспользовать из нашего сервера. То есть, по сути, мы можем как бы взять, ну, скажем, если приложение есть, да, скажем, в тех же модулях, журналах, то есть мы можем просто написать, создать таблицу, если она не существует, да, и такая-то, там, внести в нее, если в ней нету. Там, да, 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 да. То есть вы при запуске проверяете всю структуру, соответственно, если структуры нет, вы ее создаете, заполняете, может быть, там, какими-то начальными данными, там, какого-то базового админа туда добавляете, устанавливаете... А разве MySQL этого нет, или не знаю? Нет, у MySQL все это есть, но вам для того, чтобы все это запустить, вам понадобится еще поставить MySQL. А, тут просто Maven. Тут вы просто, да, просто в Maven записали, и он, то есть MySQL вам придется поставить на каждую машину, на которую вы захотите запускать вашу программу. Зачем нужен MySQL? MySQL нужен в тех случаях, если вам нужна одна субада на очень много клиентов. Ага, понятно. Это раз. Во-вторых, MySQL нужен в том случае, если вы хотите базу данных запустить на отдельной машине. Это два. В-третьих, вам это может понадобиться, когда у вас там база данных не одна, а целая там грид этих баз данных, там куча реплик с шардированием и прочих-прочих. То есть у вас эта база данных запущена не то, что вы на отдельной машине, она запущена на отдельном кластере из сотен машин. Но, разумеется, H2 этого не умеет. Хотя нет, вроде как умеет. Ну, в смысле, в встроенном виде не умеет. В серверном виде она, в общем, тоже вроде как это умеет, хотя никогда не пробовал. Вот. А MySQL, соответственно, ну как,
Запустили, к какому-то узлу присоединились, получились, работаете. Поэтому для простых задач H2 такая встраиваемая база данных проще. Для более сложных задач, конечно, и более там больших нагрузок, вам, конечно, стоит создавать, использовать серверную базу данных. Но еще, да, вот к этой базе данных, она запущена у меня в этом процессе. Да, вот там это запущено в этом процессе. Я могу к ней подключиться только из этого процесса. То есть, например, если вот к этому модульному журналу захотеть написать какой-нибудь там клиента на PHP, вы не сможете этого сделать. Потому что PHP не сможет никак подключиться к этой базе данных, потому что эта база данных запущена в джавовском процессе. А если бы там был использовался MySQL, то вы могли бы использовать там джавовскую программу для там админки, например, а клиентскую программу, да, там какой-нибудь простой интерфейс, который там поддерживается в мобильных телефонах, написать на PHP и таким образом работать с одной базой данных. Поэтому, в общем, надо думать. Но чем мне нравится вот этот случай, тем, что здесь все очень просто. Потому что если бы я хотел бы вам, если бы вам рассказывал про MySQL, я бы вам тут еще долго бы ставил MySQL на ваши компьютеры. А тут вам ничего ставить не надо. Никаких прав администратора не надо. Вообще ничего не надо. Ну, кроме прав доступа к этой папочке, в которой вы будете писать файлик. Вот. Значит, теперь, собственно, мысль про то, как это использовать в нашем сервере. Значит, разумеется, весь этот SQL код можно писать и в любом месте нашего сервера. Да, вот мы подключались, вот можем вот где там, где мы используем наши question. Вот, да, вот мы используем question. Вот. Мы можем здесь писать SQL код. Но, разумеется, если мы здесь еще напишем SQL код, у нас так тут, блин, черт голову сломит, что вообще происходит. Вот. Ну, хотя, конечно, 160 строчек это еще не самый большой файлик. Видал я файлики и на несколько тысяч строк, но, как вы понимаете, это не самое непредельное мечтание. Поэтому, по-хорошему, с точки зрения такой компонентной архитектуры, все вот эти запросы, которые будут предоставлять вам данные доступа с базы данных, хорошо выносить в отдельные какие-то классы. Вот. И в частности, ну, вот эта концепция, так называемая Data Access Objects, которая активно используется в Java, она вот на этом основана. Вы создаете какой-то отдельный класс, да, вот у меня там QuestionsDAO называется, но пускай так и будет. Java класс. Пилим. Так, чего тут не хватает? У нас на код конструктора не хватает. Ну, давай, создай конструктор. Я сейчас прослушала, а что вы сейчас пытаетесь сделать? Я пытаюсь вот этот код запустить. Ну, точнее, пока сделал, чтобы хотя бы компилировался. Ну, вот, все. Больше ничего не пытаюсь сделать. Вот оно что. У нас тут уже еще один конструктор. Сделаем проще. Значит, теперь у нас есть некоторый класс, который, ну, просто загружает нам все этот самые вопросы и вот как-то так их нам предоставляет. Sample DB1 у нас. Вот. Значит, теперь мы можем взять и вместо вот этих самых наших квешенов тут, да, получать их из вот этого нашего класса. То есть взять, сделать questionsDAO. Пускай будет QD. Стало. Ну, к примеру, взять вместо всего вот этого кода. Писать, что мы загружаем из базы данных. Ну, на самом деле, в общем, да. Так вот, теперь они у нас, по крайней мере, не захардкожены в коде, теперь они у нас, по крайней мере, читаются из базы данных, и теперь кто-то, кто имеет доступ к базе данных, может их редактировать, эти вопросы.
Вот. Но правда, это все равно тоже не предел мечтаний, потому что в чем тут, собственно, проблема? Да, вам же уже, наверное, сразу понятно, в чем, собственно, проблема, что такой подход — это не совсем то, для чего используется база данных. А? Вам ничего не режет тут слух, в смысле, слух, глаз, из того, что я делаю. Ну, то есть, на самом деле, тут еще проблема в том, что если мы берем, храним все в базе данных, а потом взяли все содержимое нашей базы данных, считали, по сути дела, в оперативную память, да, лист, да, обратили внимание, да, что мы здесь сделали? Мы взяли, соединились в базе данных, считали из нее все самые поля, пошли, создали ArrayList квешенов и да, заполнили этот ArrayList квешенами, которые создаются по значениям, считанных из баз данных. Да? Видно это? Понятно, что здесь написано? Ну да. Зачем нужен ArrayList? Понятно, зачем нужен ArrayList? А? Ну да, чтобы хранить Может, вопрос. чтобы считать все строки, ну, не строки, а баз данных. Ну, да, то есть, чтобы все, что мы считываем из базы данных, сохранить и кому-то передать. То есть, мы хотим получить какое-то абстрагирование от базы данных API, да, чтобы здесь мы не возились с самой базы данных, да, ты видите, здесь нет ни одного SQL запроса, ничего. Вообще мы даже не знаем, есть ли у нас база данных или нет на этом этапе. Вот поэтому мы используем какое-то абстрагирование. Мы используем класс question для хранения данных, поскольку они, собственно, соответствуют всем этим, то мы создали специальный класс, который хранит все эти данные. Вот. Мы используем список для сохранения всех данных, которые мы получили. То есть мы выбрали все эти запросы и сохранили их в список и вернули. Но тут возникает такой вопрос, а зачем нам все это, если мы можем хранить все в оперативной памяти? То есть если все наши данные помещаются в оперативную память, то ну не то чтобы база данных использование базы данных теряет смысл совсем, но во многом теряет. Вот, и, конечно А же, если не помещается? вот. Но проблема в том, что если не помещается, то этот код упадет. Потому что он все содержимое нашей таблицы, которая может быть действительно очень большой, у нас там может быть 100-500 тысяч запросов, он все равно считывает всю в оперативную память. Поэтому, если Ну, он... может считывать как-нибудь лениво? Вот, тут да, тут есть варианты. Один из вариантов считывать лениво, и благо API, которая появилась в Java 8 со стримами, это так или иначе позволяет. Мы можем вместо этого самого ArrayList создать здесь стрим. У каждого при получении запроса следующего элемента стрима вызывать этот result next. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле удовольствие не самое тривиальное, но сделать действительно можно. И вместо листа возвращать этот самый стрим. Стрим, поскольку еще и реализует интерфейс Closable, да, как вы можете, как вы помните, мы в этом в close этого стрима можем закрывать connection. В принципе, это достаточно кошерно. Такое использование. И, в общем-то, если вы действительно собираетесь это сделать, ну, если у вас действительно состоит такая задача, чтобы большие объемы данных как там отправлять пользователю, то рекомендую, конечно, не списки возвращать, а стрима. Вот. Но тут есть, правда, другие нюансы, например, потому что, кто знает, как будет использоваться этот стрим. Может быть, потом кто-то этот стрим преобразует в лист и получит ошибку, то есть вылет по количеству памяти просто потом. Просто вы получите не в своем методе здесь, а это сделает за вас кто-то, кто будет использовать ваш код. Но в целом, да, ленивость в данном случае спасет и очень хорошо, и поэтому стрим API эту задачу решает. Вот вопрос о том, зачем нужен стрим и зачем нужны ленивые вычисления. Вот. Но более такая простая и тривиальная задача — это вообще подумать, а нужно ли нам вообще хранить все эти запросы? Нужно ли нам это? Если мы внимательно посмотрим на наш на код нашей базы данных, о, не код, не базы данных, а Можем мы просто моей. посылать запрос, по сути, какой нам нужен, то Да, есть. да, 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 да. То есть, если мы внимательно это посмотрим, то мы убедимся, что все эти запросы используются в нашем коде вот в двух случаях. Да, для получения конкретного запроса и для получения их количества. Поэтому на самом деле, если мы преобразуем наш вот этот самый DAO вот в такой вот вид, то мы
то эта проблема, она как бы исчерпается. Мы не будем все сохранять. Ну, можем, кстати, лишь пока оставить для потомков этот метод. Да, кстати, обратите внимание, что я тут все везде заменяю SampleDB на SampleDB1, но вообще это, грубо говоря, был кодинг. Хороший бы кодинг, это был бы introduce метод. Нет. Так вот. Ты же умеешь introduce метод? Так ведь? Да. Get connection. О, видите, мы теперь вместо много большого количества методов connection получили один метод getConnection. Мы в одном месте только указываем наш логин пароль. Ну, точнее, почти в одном. Поэтому настоятельно рекомендую, конечно, не писать все в одном месте. А для установки соединения. И весь, так, таким образом, дублирующийся код выносить в одно место. Вот. Значит, так, значит, теперь у нас есть метод, который возвращает количество вопросов всего, и есть метод, который возвращает конкретный вопрос. Значит, метод, который возвращает количество, использует так называемую функцию count из SQL. Да, select count звездочка from question. То есть он вернет все, ну, то есть количество этих самых записей в таблице question. Опять же, да, то, как мы это обрабатываем, похоже на то, как мы обрабатывали этот select 2. Мы просто продвинули наш result set на один элемент и вернули первый элемент. Так что getQuestionsCount вернет нам наше значение. И, соответственно, getQuestion, который возвращает нам один вопрос, но когда мы у него запрашиваем только один вопрос. По помощи выражения, собственно, where мы это и указываем. Мы используем, опять же, мы используем теперь prepared statement, но теперь мы prepared statement используем для выборки. Да, вот мы написали id, а здесь написали where. Таким образом, он нам пришлет не весь список вопросов, а только удовлетворяющих вот этому самому условию. Вообще говоря, если мы не всегда можем быть уверены в том, что оно только одно, хорошо здесь писать еще limit 1, чтобы гарантированно ограничить количество значений, которые он нам вернет. Но в данном случае не знаю, я решил этого не делать. Понятная идея, что здесь происходит? Да. Все здесь понятно. Значит, что нам тут для счастья-то осталось сделать? Для счастья нам осталось вместо вот этого списка questions написать вот здесь вот наш этот куда. Что у нас там было-то? Get questions Q. Да. Здесь, соответственно. Q. А здесь, соответственно, использовать QT get questions count. Ну и что? Как у нас там? Запускалось, да? Не помню, что было. Да. Ничего не запустилось. Ну, вроде как, может быть, даже, наверное, бы работало. Ну, что-то пошло не так. А, да, что-то мы там забыли, походу, делал. А, question size у нас, потому что нет. А, зараз какая-то. Причем он скомпизировал, и только на этапе рантайма выдал мне ошибку. Ну, какой негодяй. Вот они, лямбда выражения. 8 Java, которые компилируются. Черт знает когда.
Назад. Ну вот, да, если бы у нас была бы нормальная кодировка. То мы бы узнали, что мы ни разу не ответили правильно. Понятная идея? В общем, но зато теперь, ну, я понимаю, что, конечно, вряд ли у нас было бы столько вопросов, что они бы не поместились в нашу оперативную память, но, по крайней мере, теперь наша программа от этого не зависит. Она не хранит все данные всей оперативной памяти, она их не загружает, она просто берет из базы данных, что ей нужно. Тогда, когда нужно, что ей нужно, так далее. То есть, в принципе, если бы этих флешинов было там 100-500 миллионов, это никак бы не сказывалось на работе нашей программы, потому что она бы получала бы эти данные, вводила бы, причем довольно быстро. Вот. Ну, вот это вопрос о том, для чего нужны базы данных. То есть, чтобы не хранить все в оперативной памяти, чтобы не искать все в файлах, перебирая их, а иметь специальный движок, который все, что вам нужно, найдет по запросу. Вот, собственно, выражение V нам тут в этом смысле сильно помогает. Да. Это все, что я хотел сказать по базе данных. Ну, да. Так, ну что, вы там утомились и прониклись? Или будем еще про сервлеты болтать? Или и так хорошо? Ну, я поболтал просто немножко перерыв, типа в 5 минут, чтобы чай сделать. Так, а там, может, к нам еще этот, кто-нибудь еще к нам присоединится про сервлеты. Да, я, в общем-то, думаю, что, может быть, давайте на сегодня тогда закончим. Действительно. А если тебе очень интересно, ты можешь послушать дальше, да? Я еще Николая Николаевича буду мучить. А, окей. Я просто, ну, я вот, допустим, не понимаю. Я нашла интернет по поводу того, что есть и HTTP-сессия, которая хранит, и можно, ну, который можно хранить и время, ну, то есть от нее можно получить и время, и когда индивидуальный номер сессии. Я понимаю, что есть отдельный класс куки, который, вот сколько мне, я не очень понимаю. Вот там сейчас Макс, он показывал пример, я бы хотела, если быть возможность, его пример посмотреть потом, ну, еще по цене. В плане того, что в куках я как-то должна же сохранить пароли и логины студентов. Так? Так, ну, в общем, давайте по частям. Значит, в чем, собственно, отличие сессии от куки? Сессия хранится на сервере, куки хранятся на клиенте. И это в корне меняет дело. Значит, сессия – это какой-то блок там оперативный, как правило, памяти, который выделяется на сервере, в котором клиент, который при этом определяется по куке, может хранить какие-то временные данные. Вот. В целом, сессии для работы приложения и для запоминания пользователя совершенно не обязательны. В вашей программе может вообще не быть никакого понятия сессии, при этом вы вполне можете неплохо идентифицировать пользователей по кукам. И самая главная проблема сессии в том, что сессии умирают. Причем сессии умирают достаточно быстро. Ну, такая по умолчанию сессия в Java-приложении живет полчаса. И ничего вы с этим сделать не можете. То есть, если полчаса пользователь ничего не делал, то вот этот блок оперативной памяти, который был зарезервирован для, на сервере, он, соответственно, будет освобожден. Поэтому, если вы хотите запоминать пароли там, пользователя на то время, пока он отсутствует, в течение там, нескольких дней, то, разумеется, не стоит это делать в HTTP-шной сессии. Это стоит делать либо в куках, либо где-то там в отдельной записи в базе данных. Нет, ну то есть это в любом случае будет сделано в куках. То есть в куках вы что-то должны будете записать. Вопрос только в том, какую часть тех данных, которые вы хотите сохранить, вы должны будете записать. Поэтому вы тогда говорили, что куки это не используют плохо. То есть, по сути, хороший вариант, давайте так, должен быть создан кук, который не должен хранить пароль и логин. Да. То есть на базе должна быть еще, грубо говоря, один столбец о том, что Решнева Ольга зашла, и, ну, то есть ее время там еще сколько-то. Да. Это по-хорошему. Но по-плохому, для начала, можно сделать так, чтобы в куках хранить и пароль и логин, и бог с ними, а потом будем улучшать. Вот. Сессия в этом смысле не поможет, потому что сессия живет мало, сессия быстро умирает. А что у вас там за задание, собственно? Ну вот, ты же из Танкина, да? Ну да. Да. Модульный журнал.
чтобы студенты не вводили каждый раз при входе свой пароль и логин, я должна сделать запоминание. Ну, собственно, а, да. Так, ну в целом, кстати, понятно. Может, он домашнее задание какое-нибудь передумать? Да, что там? Нет, ну, конечно, можно. Нет, ну, просто это довольно понятная тема. Я, в принципе, уже смотрел GDBC, так что... А нет. Я знаю свое домашнее задание. Ну, нет, ну, одно дело GDBC, другое дело просто почитать, а другое дело все-таки самому что-нибудь позапускать, попражняться. Ну да, я говорю, запускал мне как бы читать бессмысленно. А я вот, когда начали показывать про эту базу, я поняла, что... Ну, не поняла, но... Мне показалось, что я как раз видела у вас в проекте, что вы ее использовали. Да. И поэтому, если я попробую, только на этом и проекте, собственно, сделать. Ну, не знаю, я попробовал на чем-нибудь более простом, потому что там у меня все несколько сложнее. Там, хорошо. Там у меня не используется GDBC практически нигде, у меня там используется этот Hibernate, так называемый. Вот, поэтому там все несколько более высокоуровнево, скажем так. Но, Hibernate что? Ну вот, если вы видели эту штуку, да, вот чем тут делали. Мы использовали этот question, да, вот с него передавали значения. А до этого делали наоборот. Брали значение из квешена и отправляли его в базу. И, в общем-то, что наталкивает нас на мысль, что квешен вот этот, да, и вот этот квешен, они, с одной стороны, вроде как разные, а с другой стороны, вроде как про одно и то же. Так ведь? Uh-huh. И есть такая целая наука, если это можно сказать, называется объектно-корреляционное отображение, которое позволяет писать как бы код, описывать типа объекты, а потом генерировать SQL-код, который, собственно, эти объекты будет хранить. И наоборот, например, имея готовую структуру базы данных, генерировать Java-классы, которые мэпятся к сущностям этой базы данных. По сути, такая сериализация, десериализация. Да, 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 да. Ну, да, это, по сути, такая десериализация в SUBD. Mm. При этом, соответственно, вы и SQL-запросы пишете не так вот, типа select, и не пишете тут ручками все эти конструкторы и прочее-прочее, а вы мне говорите, выбери мне из таблицы квешенов и сделай мне из них объекты квешен. Mm. Он говорит, окей, окей. Мы, кстати, можем, кстати, открыть модный журнал, как раз на это полюбоваться, как это там выглядит. Для общего развития. Вот. И на самом деле это действительно очень удобно. При этом самая доставляющая часть всей этой штуки тем, что они умеют хендлить джойны. Вот. Потому что вот у question, да, там могут быть. Ну, например, у него может быть как поле эти варианты, да, вот мы сейчас использовали такое нарушение правила нормализации, да, а если мы бы делали все это хорошо и не делали бы, и не нарушали бы правила нормализации, то нам нужно было хранить в отдельной табличке, так ведь, типа там, варианты ответа. То есть у нас бы у поля, ну, вот, кстати говоря, вот на примерах наших этих самых студентов. Ну тут, да, тут не очень характерно. Тут, по-моему, у меня это сейчас выпилено. Ну вот, например. Ну вот, например, у модуля. Да, вот у модуля есть студент. Модуль — это отдельная табличка, а студент — это другая табличка. Но они связаны с связью типа многое к одному. И вы написали эту связь, вот здесь вот просто написали в аннотации, что у них на связь одному. И потом, когда вы запрашиваете отдельных студентов, он вам подгружает и модули заодно. И наоборот. Это файл Java или я что-то... Это Java файл. Это где такие эти самые аннотации? Мы не one? Это Hibernate. Ну, точнее, даже это не Hibernate, это GPA, понятно, так называемый. Вот, собственно, вы описали эти самые аннотации, вот просто взяли джавовский класс, написали тут несколько аннотаций. А потом взяли, ну, писали там еще парочку конфигов, и потом, когда вы обращаетесь к базе данных, он вам автоматически создаст все эти таблички, если не существуют, там даже, по-моему, может редактировать, если они у вас изменились, создаст все эти иерархии, создаст связи со студентом, создаст вот эти самые гарантии, вот эти каскадные операции. Да, вы же знаете, да, что такое там про
ссылочную целостность, там все дела. Вот. Ну, в общем, если что, то кто. Бывает. А потом вот, в общем, короче, он все это сделает, все починит, все и джойны для вас все сделает. А потом вот можете использовать этот самый storage. Здесь можно писать просто типа SQL запросы. Ну вот, например, у меня вот такой вот SQL запрос. Но при этом в качестве параметра у него выступает целый объект student. По-моему, вместо... А, нет, вот у меня есть тут еще select запрос. Вот я ему говорю, типа, выбери мне то есть выбери мне все из таблицы модулей. Ну, короче говоря, выбери мне все различные семестры из модулей у такого-то студента. Таким образом, я получаю список, в каких семестрах у этого студента есть оценки. Вот. И тут я обращаюсь типа к подполям этого самого структуры. Разумеется, в обычном SQL это сделать нельзя. Но это такой как бы объект на SQL, который умеет запрашивать такие штуки и возвращать при этом объект. Тут еще есть API, вот такое, оно, правда, несколько такое громоздкое, но оно зато не без использования SQL, оно чисто на Java. Пишешь, вот тут V пишешь на Java, там тра-ля-ля-ля-ля-ля. Потом из этого всего создается SQL запрос, и он автоматически, да, получает мне, да, вот для запросов. Вот, да, он автоматически получает список сабжектов, список предметов. Мне не нужно там все вот заниматься всей вот этой фигней, где я там конструктора что-то передавал, да, вот читал с конструкторов, передавал в конструкторов. Все это, короче говоря, будет происходить автоматически. Ну да, в общем-то, действительно круто, потому что если у вас сложная предметная область с большим количеством сущностей, очень удобно, когда у вас есть такая возможность, как писать, там один раз написать классы, а базу данных сгенерировать все автоматически. Мне, как человеку, который, в общем-то, с нелюбовью относится к корреляционным базам данных, это вообще большое спасение. Я тут SQL не пишу практически нигде, ну только вот в каких-то там случаях, когда мне SQL написать проще. Но в простых случаях тут вообще ни строчки SQL кода писать не надо, при этом вы получаете SQL с UBD, который отлично работает. Кроме этого, ну, мало того, что у меня еще все автоматически генерируется, все мои структуры, кроме этого, этот Hibernate может быть абстракцией над конкретной реализацией SUBD. Потому что, как вы знаете, SQL язык, хотя все и говорят, что это универсальный язык, на самом деле он ни черта не универсальный, и у всех SUBD свои диалекты. То есть SQL запрос, который там работал с Oracle, может не работать с MySQL, который там работал с H2, может не работать с Postgres, и так далее, так далее, так далее, так далее. И вот этот самый Hibernate, ну точнее не только Hibernate это реализация концепции GPA, одна из реализаций, она умеет, вот, соответственно, можно ей указать диалект, правда, тут он ее автоматически определяет, вот, соответственно, и зная этот диалект, он будет генерировать SQL-код, характерный для вашей конкретной SUBD. Это позволяет, что если вы не используете никакой нативный SQL в своем программе, а только один Hibernate, вы можете менять сервер баз данных совершенно без изменения исходного кода. То есть вы писали вашу программу, адаптированную на MySQL, а потом вам начальник сказал, что нам завезли Oracle, давайте пилить на Oracle. Вы просто берете, пишете здесь типа Oracle, и у вас все работает с Oracle без изменения кода. Ну, что очень круто, потому что часто бывает, что вам приходится использовать те базы данных, которые приняты в организации, а не, так сказать, свои. Поэтому у тебя нет круто. Но, как вы понимаете, за все нужно платить. Платим мы, как обычно, чем? Памятью. Ну, да, платим мы, во-первых, производительностью, во-вторых, мы, конечно, платим ростом уровня абстракции. То есть, во-первых, производительностью, потому что, конечно, все эти генерации кода они будут тормозить. Хотя, с одной стороны, они будут тормозить, а с другой стороны, у Hibernate есть и некоторые способности к оптимизации. Например, он может, да, вот я тут запрашиваю одни и те же объекты, типа там того же сабжекта, он может их кешировать в оперативной памяти, например. Поэтому, с одной стороны, конечно, он
добавляет некоторый оверхед, а с другой стороны, он в какой-то степени его может исправлять за счет каких-то своих кишей и прочих способностей. Но самая главная проблема, что если что-то идет не так, то разобраться в этом хибернете, что он там делает, очень сложно. То есть, по моему опыту, часто многие вещи... То есть, иногда проще написать ваш код на нативном SQL, чем понять, почему хибернет не хочет что-то делать, не хочет работать, что-то там не так обновляет, или где-то вообще-то еще сломался. Потому что, когда все работает, все зашибись. Когда что-то ломается, вам нужно... Там, не знаю, собрать машину с нуля. Поэтому, в общем, палка о двух концах. Вот как-то так. Вот что я думаю по этому поводу.